Всем привет! Сегодня Лига Наций. Лига Наций – охуительный футбольный турнир, который нахуй никому не нужен, кроме УЕФА и ФИФА, которые бабки на телетрансляциях колотят. Короче, сегодня я дам прогноз на матч Лиги Наций между сборными Испании и Швейцарии. Вот, но это будет потом. А вначале... Про мобилизацию. Ну, блять, вас всех интересует мобилизация, да, ну давайте поговорим. Вот, я свое мнение выскажу. Но у меня не, я так понял, не взяли. Вот, я уже приготовил рюкзачок. В четверг я уже приготовил рюкзачок. Утром встал. Моих двух сослуживцев взяли. Ну, то есть они моего возраста, это 42-43 года. Вот, их всех, троих взяли. Мне в четверг утром позвонили. В общем, и сказали, что их забрали. Ну и я что, я вас в четверг утром собрал рюкзачок, уже там мыльно-рыльный положил. Кто знает, что такое мыльно-рыльный, не вызывает вопросов. Мыльно-рыльный положил, похавать чуть-чуть положил, носки. Ну и в принципе все. Вот, и приготовился уже. Меня не взяли. Вот. В общем-то, непонятно, кого-то берут, кого-то не берут. В основном-то, я так понял, там берут, чтобы была нужная специальность. То есть там даже не от возраста, а то ты голову ебут, там, ты первой категории относишься, ты ко второй категории, нахуй, ты к третьей, а ты 35-й категории. Да хуйня это все, ребят. Ну, что вы хуйню несете? Ну, я вот, условно говоря, там, можно сказать, ко второй категории отношусь, потому что я по возрасту не похож. Ну и что? Ну, блядь, там берут по специальности, да, понимаете, даже если там вот 47-летних берут легко, если у тебя хорошая специальность, это все, которая нужна. Вот, а там какая у тебя категория, там первая, вторая, третья, 25-я, это вообще не имеет значения. То есть берут исключительно по тому, какая у тебя специальность или есть ли у тебя опыт боевых действий, вот так. Вот, и берут очень мало, ну, 1% от числа находящихся в запасе, это очень мало. Вот, ну пока меня не берут. Ну, у нас Майкопе ходят. Вот я прописан-то не в Питере, а Майкопе, да, и там нам там не кидают ящики по веске. Там ходят военные, блядь, и здравствуйте, вот вам повестка. Вот, и ну мне, соответственно, там сообщает, что и как там, да. Ну, у нас как брали там? У нас в первый же день отправили партию. То есть изначально, ребята, были списки изначально известные. Причем эти списки составлялись, блядь. И составлялись они не одну неделю. Вот, все списки, кто будет мобилизован, они были известны заранее и готовили. Вот, ну, МЧСников барберут. Вот, ну, вот, МЧСников. Следственного комитета, всех, кто в армии, блатных, не было блатных, не блатных. Вот у меня есть там знакомые, которые блатные, там работают там в тылу, в штабе, там сидят, там вот их там, у них папонька там, папа у них там полковник, вот генерал, да, у него хорошие связи, вот он устроил своего сыночка там в штаб, и вот этого сыночка берут. На Украину поехал. А, вот. Так что беру. Сейчас военных всех берут. Вот кто кадр военный, кто по контракту, их всех хуячат туда. Вот, поэтому и МЧСовцев всех берут, и там, и Следственный комитет берут всех. И на самом деле, когда говорят там, что мобилизуют 300 тысяч, мобилизуют, я думаю, не 300 тысяч. Кто их считать будет? Вот, я думаю, это мобилизует полмиллиона. Вот, кроме этого полмиллиона, еще там где-то, я думаю, 1100 будет минимум, это добровольческий отряд. У нас с Питера тоже 3 добровольческих отряда только что набрали, да, и отправят туда. Вот, так что, вот такие дела. Ну, повторяю, там будут, скорее всего, профессионалы. Профессионалы по своим специальностям. Вот. Вот такие дела. Ну, меня, скорее всего, я так понял, не возьмут. Ну, если позвонят, возьмут, да, то есть мне сразу же позвонят просто. Мне с Майкопа сразу же позвонят, сказать, ну, за тобой приходили. И, ну, я сразу же, что, рюкзачок беру.
еду в Пулково, у меня тут, кстати, аэропорт недалеко, там буквально 15 минут. Вот, и лечу в город Краснодар, от Краснодара на автобусе, наверное, или на каршеринге до Майкопа, и военкомат, и все. Ну, а что делать? Ну, я лично, ну, а что делать? Бежать я никуда не собираюсь, один хуй, что, куда бежать, зачем, для чего? Ну, поеду, ну, убьют, ну, значит, как говорил Кощей Бессмертный, наше время пришло. Вот, поэтому я, в принципе, уже на низком старте, даже немного заебывает, что как-то никто не звонит. Вот возьмут, не возьмут, значит, буду для вас ролики делать. Вот. Такие вот дела. Так что я лично мобилизацию полностью поддерживаю. Я считаю, что ее надо делать. Более того, я считаю, что надо, наверное, не 300 тысяч, а миллион взять. Чтобы в течение там условно говоря месяца все это дело закончить. Ну, вы понимаете, что я имею в виду. Вот, поэтому миллион человек плюс там с армией, и все это дело закончить и закрыть это в ящик Пандоры, чтобы его никто не открывал. Вот поэтому, ребята, меня пока не призвали, мне не мобилизовали, но я на низком старте. Моих троих сослуживцев, которые служили вместе со мной в воинской части, которые с моего города, их мобилизовали. Так что я тоже уже спрашиваю, ай, когда меня? Про меня пока ни слуху, ни духу. Ладно, ждем, как говорится. Теперь о футболе. Матч Лиги Наций между Испанией и Швейцарией. Ну, кто ж там победит? Да всем похуй на эти матчи. Мы все смотрели, как вчера Германия и Англия хуй положила на все это дело. Всем плевать на эти Лиги Наций, на товарищеские матчи. И я не хочу вообще не рассуждать об этом матче, потому что мне на него положить болт и обмакнуть. И мой прогноз на этот матч — это победа сборной Испании с фора минус 1 за коэффициент 1,80. Я считаю, что испанцы выиграют. Эту ставку я сделал в букмекерской конторе Пари. Ссылка на регистрацию в первом комментарии к этому ролику. Вот, обязательно регистрируйтесь по моей ссылочке, получаете фрибет 1000 рублей. Можете его тратить на все, что угодно. Поставить сегодня ставки, может, завтра вас мобилизуют, поэтому надо успеть. Обязательно переходить по моей ссылке, регистрируйтесь в букмекерской конторе Бари. Вот, ну, что, я думаю, испанцы выиграют с фора минус 1. Мне кажется, это нормальный такой вариант из всех матчей, которые я смотрел сегодня, да. И все. Все, что можно сказать по поводу этого. Ну и обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что в моем телеграм-канале я, в принципе, говорю все, что здесь я не говорю. Там вообще без... Ну, короче, там жесть. Ссылка на мой телеграм-канал, опять же, в первом комментарии к моему ролику. Так что, ребята, вот такой у меня прогноз на матч между Испанией и Швейцарией. Всем пока.